Программа «Жилье для российской семьи» дает возможность жителям приобрести свою жилплощадь на льготных условиях. Ее участники могут приобрести квартиру в новостройке по цене, не превышающей 35 тысяч рублей за один квадратный метр. Есть возможность и получения ипотечного кредита по льготным процентным ставкам. По словам самих застройщиков, программа перспективная и вызывает большой интерес у покупателей. Одной из ключевых задач компании всегда являлось это обеспечение людей комфортным и доступным жильем. И программа, как никакая другая, позволила нам реализовать это. Программа реализовывалась при поддержке государства, и, безусловно, как бы это нашло отклик у наших покупателей. Это придало больше уверенности в приобретении с точки зрения именно статусности и надежности застройщика. Одни из участников программы, семья Подковыровых, переехала в новую просторную однокомнатную квартиру неделю назад. Район комплексной застройки «Центральный» в Заволжском районе Ульяновска пришелся по душе новоселам. Рядом парк, лес, магазины и детский сад для маленькой дочки Маргариты. Квартиру мы купили в мае 2015 года. А сдача дома у нас должна была быть в ноябре 2016 года, что как бы вот и случилось. Когда мы зашли в квартиру, были очень приятно удивлены. Мы не ожидали такого результата, который вот прям вот превзошел наши ожидания. А результат оказался следующим. Пластиковые окна, выровненные стены и полы, хорошие обои, новая сантехника и плита. Желающих приобрести подобные квартиры с каждым месяцем увеличивается. На сегодняшний день в реестр участников программы внесены более 2000 семей. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.